Девчата, всем привет! Я Олеся с Одессы. Мы сегодня зашли в Smart Store на Левитан. Я хочу посмотреть эксклюзив и люкс по скидке уже. Так, первое, что мне попалось, это мужские кеды Primark. 481 гривна стоит килограмм. Черный. Этот черный магнит. Смотрите, какие шикарные Кларксы мужские. Обалденные, и они новые. И вот где-то они выйдут, 481 гривну они выйдут. Кстати, евро стоит 45 гривен, а доллар 42. Вот где-то 10 евро они будут стоить. И вот еще мужские Оксфорды, кожаные Primark. Размер вот, 45 что ли. Тоже новые. Крутые. Так как меня смотрят не только девчата, а еще и хлопчики, то это для вас. Тоже 45 размер. Вот такие мужские, какие-то интересные. Такая стелька у них. Мужские туфли на липучке. Для возрастной ноги, скорее всего, они легкие. Так. Нашла еще ботинки, но они не кожаные, но лаковые и симпатичные. Начнутся дожди. Такая обувь пригодится. Пригодится. Они мягкие, качественные, но не кожаные. Чина. 39 размер, по-моему, там. Вот они тоже где-то 400 гривен будут стоить. Это уже остатки. Остатки сладкие, как то кажут. Такие симпатичные подростковые конверсы. Конверсы клевые, они легко стираются, их легко привести в порядок. Так, кстати говоря, удивительно, но мужской обуви достаточно много. Смотрите, еще одни кожаные туфли. Грязные. Девятка. Это какой размер? Турция. Написано, что сделаны в Турции. Видите, сколько обуви. Классные ботинки на шнуровке. 39 размер. Мне кажется, что они кожаные. И мне кажется, что они новые. Вот название бренда. Не знаю, что это за бренд. Хотя я могу ошибаться насчет кожаности их. Сейчас так делают кожушу и кожзам, что сразу не отличишь. Но они симпатичные. Что тут написано? Да, это не кожа. Это, как то кажут, эко-кожа. И вот такие вот, как казаки, что ли, ботинки казаки. 40-й размер. Вот такие вот они. Показала вам скетчерсы. 39-й. Ну что они для 39-го? 39 написано. Маленькие, какие-то детские. 39-е. Девчачьи. Классные. Классные. Я думала, что тут скетчерс написано. А там не написано, что это скетчерс. Просто какая-то комфорт написано. Сразу не увидела, что там написано. И вот эти еще я не показала. Вот такие вот кожаные мокасинчики. Там, если вам будет видно, по-моему, там нарисован знак кожи. 37 размер. Это патульки. Люблю рассматривать вот эту часть секонда, где всякое барахло, как я его называю, находится. Это обычный вес, деревянная шкатулочка. Это 116 гривен килограмм. Кто любит вот такие вот сувениры, то это вещица интересная. Какие-то надувашки или что это такое, я не знаю. Часы настенные. Вот смотрите, даже есть эти, можно выставить себе дни недели. Если кто-то запутался, на каком он свете, то можно выставить дни недели. Черепашки-ниндзя.
Барби, все, что хотите. Я же говорю, можно найти здесь все, что угодно. Что это такое интересное? Какой-то... Сейчас я достану. Девчата, это что-то похоже на гамак из ткани. Видите? Даже такое можно найти. У кого частный дом, мне кажется, что это гамак. Да, вот вторая половинка. Вот петля, где-то тут я ее видела. Ткань, кстати, очень хорошая, качественная, натуральная. Так, и тут всегда есть какие-то салфеточки симпатичные. Можно поискать и что-то найти. Вот это как ручная вязка, между прочим, очень хорошо сделана. Салфеткой постирать только надо. Свадебная подвязка. Повязка, подвязка, мне кажется, что свадебная. Бигуди. Найти все, что угодно. Найти можно все, что угодно. Маленький калькулятор. О, даже работает. Только что-то там нам пишут интересное. Не могу, оно сбрасывается. Тут написано только число. Это же калькулятор, правильно? Не могу я его сбить. Странно. Рамочки. Всегда здесь есть рамочки. Можно взять недорого, если вы любите рамочки, если есть вам куда их ставить. Вот смотрите, какая красивая. Она, между прочим, новая, потому что не открыты были вот эти даже штучки. Модная расцветка. Окно и цветы. Вот так вот полянка. Очень симпатичная картина. Постер в деревянной рамочке. А вот эта рамочка, видите, с этими, запеченное стекло, или как это правильно называется, или крашеное, но тоже очень неплохая в таком, знаете, стиле. Вот кто любит такое, где-то можно сделать яркое пятно в интерьере и купить за копейки, гривен за 40. Кружечка. Вообще, смотрю, тут коллекция кружек или нет. Это не кружка, это уже вазочка. Очень даже неплохая. Копилка. Копилка сова. Выйдет это все до 50 гривен, девочки. Вот эти все чашечки, совушки, стаканчики деревянные, между прочим. Они там стоят на такой втулочке. Вазочка классная. Вазочка огонь. Рюмки вижу симпатичные. Очень симпатичная рюмочка такая, знаете, силуэтная. Так, а это что у нас такое? Какая-то пустая коробочка или там есть какая-то тканевые какие-то тряпочки? Зонтик. Нужная вещь, между прочим. Если качественный зонтик, то качественные зонтики стоят дорого. Так, декор домашний. Это был обычный, вес 116 гривен. А это уже тоже люкс. 418 или 1126, если красный магнит. Сейчас глянем, что тут осталось. Какие-то брючки в клеточку, в клетинку. Вот это вот 481 гривна килограмм. Летняя никому не надо. Летняя одежда уже висит. Можно найти что-то классное на следующий год. Хотя еще говорят, будет тепло. Как бы можно при желании успеть поносить. Это девчачья пижамка, такая мягенькая, маленькая, мягенькая. Юбка и топ.
спортивные эти футболки Reebok. Тут они в копейки, девчата, они очень легкие. Вот это что-то уже хорошее, шерстяное на зиму. Сейчас глянем, что тут написано, но тут все спрятано. Это что, это шерсть какая-то смесовая, 100%. Не, я не прочитаю. Эти девчата хотели где-то заколоть, чтобы не проколоть свитер сам. Хотя, не знаю, не смогу я увидеть. Оно, может, тут состав есть. 100% шерсть мериноса. Видите? Эмочка. Вот такой вот джемпер. Килоты какие-то легкие. Видите, сколько вещей есть летних, легких, которые как бы висят, и уже сезон проходит, и они не нужны никому. Можно на самую распродажу последний день прийти и купить. Так, вернулась я к обычному весу. Люкс уже там закончился, больше нету люксовых вещей. Я показала вам остатки, а я хочу глянуть, какие свитера. Хотя свитера разбирают, сейчас уже сезон начинается, разбирают быстро. Смотрите, какая кофтынка симпатичная. Кто любит этностиль, пожалуйста, вам сколько угодно. Мне пишут, писали, что бабская молодежь, девчата, любит сейчас миксовать такое, знаете, винтаж с этими современной обувью, допустим. И все это дело модно и красиво. Вот что-то хорошее. Видите, вот это классный бренд. 10-й размер Эско. Размер. И вот это что-то очень классное, тепленькое. Вот тут вверх похож на ангору, а здесь ниже идет какая-то смесовая ниточка. Вот, смотрите. Катон, нейлон, шерсть, махер. Шикарный свитерочек, небольшой размер, но он классный. И он, кстати, в хорошем очень состоянии. Сейчас его завешу, сколько он на вес получится. Неплохая вещица, главное, чтобы на нем не было дырок. Обычно такие вещи попадают в секонд после неправильной стирки. Это прям ихняя беда. Кто-то неправильно постирал и отправил секонд-хенд. А этот свитерочек прям в хорошем состоянии. Вот тоже в таком тоже стиле, как этностиль или бохостиль. Не вижу, что тут написано. Так, сейчас я замерю, сколько... Не замерю, а взвешу этот свитер, чтобы вы понимали цену его. Реально классный свитер. Да, хороший. 36 гривен, девчата, меньше 1 евро. Представляете? Может быть, я его найду на сайте. Посмотрю, сколько он стоит на сайте. В общем, нашла много подобных, но не такой. Так что, видите, на распродаже тоже есть смысл ходить. Всегда можно что-нибудь классное надыбать. Вот тоже хороший свитер, такая расцветка классная под все. Тут и горчичный, и такой розово-бордовый, и розовый, и, в общем, колор-блок классный, не унылый. Сейчас глянем состав. Акрил с шерстью. Что-то шерсть, правильно? Да, ладно, только я не вижу, сколько там процентов. Вот он, какой симпатичный. Акрил с шерстью, там 20% шерсти, но все равно это ощущается. Нечистый, как говорится, акрил. И она такая внутри не колючая. Вообще этот джемпер не колючий. Приятный. Я потом их померю, эти свитера. Гляну их на дефекты. Что мне, видите, на такую вот гамму везет. Этот джемпер тоже будет около 40 гривен стоить. Даже не буду сейчас взвешивать дополнительно. Все они в районе 40, там плюс-минус гривен. Next. Какой красивый белый. Девочки, у нас на базаре
цены на классные джемпера сумасшедшие. Просто сумасшедшие. Купить что-то путнее, качественное, это надо больше 1000 гривен иметь. Вот в Синсее, кто смотрел мое видео позапрошлое или прошлое, где я меряю одежду в Синсее, в конце я показываю цены на акриловые свитера. По 700-600 гривен, минимум 500. Это чистая синтетика стоит. Поэтому за качественной вещью лучше идти в секонд-хенд. Вот тоже. Вот это махерчик, мне кажется. Так, смотрим. А, подождите. Альпака, девчата. Я ее перепутала. Альпака, смотрите, какой классный. Надо поснимать вот эти катыши. Оно, знаете, эти катыши, они, как сказать, притаманить ей нитки. Как он интересно, видите, сделан, связан, что сзади он на вузлыку. Симпатичный тоже. Очень симпатичный свитерочек, только его надо немножко привести в порядок. Из-за того, что вот тут терся рукав об него, скатались вот эти вот катыши, видите? Мне что-то сегодня, видите, на вот такую вот осеннюю гамму везет. Потом пойдем мерить. Главное, чтобы все было тихо и спокойно. Чтобы я не лякалась. Какой интересный цвет. Свитшот или как это называется. Худи. Их много, смотрите, разные. Тоже такой веселенький. Кайли. Здесь, по-моему, такое название у помад жидких. Такой веселенький. Видите, тут ниточка с бомбончиками. Но это акрил 100%. Я даже не хочу искать, потому что я его чувствую. Платье какое-то длинное. Это хлопковые джемпера. Плотная хлопковая нитка. Она не будет парить. Кто любит вот такое дело, они есть. Только надо смотреть, чтобы не было сильно застиранные, чтобы они не были. Видите, они даже одного и того же бренда. Эти 3, 4, 4. А, тут уже другой бренд. Люблю такую расцветку очень. Удлиненный свитер под лосинчики. Но он акриловый. Новогодний кардиган, очень веселенький, яркий и клевый. Вот нашла бренд Афродита, видите, девчата. Первый раз мне попадается этот бренд. Такой вот джемпер для Афродиты. Его состав 30% шерсти. Его, конечно, носили, но я просто вам показала, что я нашла, чтобы вы себе имели представление. Интересные есть названия брендов. Учитывая, сколько лет я уже хожу по секондам, все равно мне попадается что-то всегда новенькое. Так, что это такое интересное, красивое? И снята бирка. Неизвестно, что это было. Люблю водолазки очень. Элька. Цвет очень хороший. Состояние хорошее. Вес, по весу она выйдет 1,15 гривен. Недорого.
Это мое. Я специально завязала, да. Не вложил в пакет, пока вещи отобраны, чтобы померить их. Тоже красивый персиковый цвет. Я уже тут пройдусь по свитерам и пойду мерить. Ну, чтобы 50 раз не переодеваться. Вот классная тоже безрукавочка летняя. В моде был вот этот стиль летом. Вязаная одежда. Но он, по-моему, не хлопковый. А я не хлопковый, вязаные вещи не люблю. Там даже бирочки нету. Тоже вот водолазка. У меня такого цвета есть водолазка. Платье. Это вязаное платье. Если вы высокая, с хорошей фигурой, то вам такое подойдет. Нету тут названия бренда. Но оно, по-моему, акриловое. Так что вот, девчата, завтра будет предпоследний день. Можно такие вещи еще набрать. Смотрите, обманка, какая классная кофта. Ну, тут синтетический рукавчик, мне не нравится. Но вообще задумка очень классная. Да, это у нас еще не буйная снега. Так. Вот что-то неплохое, вроде как, знаете, взглядом. Но нет, все-таки мне кажется, что это нет. Я по вот этой ворсистости думала тоже, что это альпака, но нет. Много тянется, много синтетики. Это H&M. Это мое. А, смотрите, да. Какая вот эта штучка красивая. Да, красивая. Новогодняя и не новогодняя одновременно. Да, это как пушистая. Это шерсть, да? Угу. Вот классная тоже кофточка. Мимимишная. Вот такой стиль я люблю. Такой, знаете, немного Шанель. Но редко куда-то одеваю. В основном хожу в спортивном стиле. Так, все вроде бы мы заканчиваем. Все это смотреть. Ну, такая кофточка качественная. Между прочим, вот это уже что-то натуральное. И она новая. Большой размер. Видите, вискоза 70%. Неплохая, скажем так. Неплохая, яркая и вообще не затасканная. Она как новая. Люблю Маркс и Спенсер. И тут даже уже сразу написали, что мерино. Но с зацепочками. Шерсть мериноса, она вообще очень приятная, качественная. Так, я уже видела, что там, я хочу посмотреть в процентах, сколько ее может быть. Тут не стопроцентная шерсть мериноса, но надо глянуть. Да, стопроцентная. Надо смотреть на дырочки, потому что шерсть мериноса очень любит моль. Видите, где-то ее чуть-чуть зацепили. Так жалко. А джемпер клевый. Легкий, теплый, дышащий. Гигроскопичный. Два веселеньких жакета, их рядышком подвесили. Один на шнуровке. Вот этот бренд. Видите, белый. Кто любит вот такой стиль. Кстати, качественная ткань очень. Классные пуговики. Смотрите, все разные. Даже ради пуговиц такой взять. Уже. Он еще и новый. Видите, тут еще и две запасные пуговички есть. Катун. Извините, с чем-то. Это, смотрите, смотрите, сейчас заберу. Извините. Угу, ничего страшного. Так. Видите, какая прелесть. Где-то он висел в магазине, и его случайно заляпали. И вот такой вот он, кто любит необычную одежду, такое дело есть. Его друг, жакет тоже. Уже вот такой вот в полоску. Тоже с веселыми пуговками. Видите, какой классный. Очень интересный. Очень интересный.
небольшой размер, но он клевый. Я вам хочу сказать, он как дизайнерский такой. Я его даже померю. Наверное, 10 размер это мой, но мне кажется, что это такой 10, как на М-ку. Он не маленький. Вот нашла еще куртку из натуральной кожи, но ее нужно чистить. 10S-ка, 10 размер. Я уже посмотрела состав. Тут комбинированная, натуральная, мягкая, кстати говоря, кожа и ткань. Видите, такое тоже висит. Ждет новую хозяйку, которая повозиться с ним трошки хочет. Вот еще кожаные куртки большие. Видите? Это бомбер тканевый. Это верхняя одежда. Много больших размеров. Какие-то плащи. Как всегда, без поясов. Но можно найти и с поясами тоже. Тут как повезет. Так, первое это вот этот жакет веселый. Он у меня маленький, но я вам так показала, что можно найти. Видите? Так, вот этот джемпер, его почистить надо. Но в целом он очень симпатичный, даже под джинсы. Вот такой вот он. Свободный. И на S-ку, и на M-ку. Мне кажется, что и L-ка сюда зайдет. Это оверсайз такой классный. Сейчас еще хочу вот этот померить. Красный мерить с черным не буду, потому что он у меня большой. Ну так вам, чтобы вы имели представление, что можно купить за 40 там плюс-минус гривен. Он S-очка, но на M-очку мы прекрасно оделся. Видите, какой классный. К нему какие-то бордовую какую-то юбочку найти, вязаную, будет вообще... Уютный зимний образ. Классный свитерочек. Вот этот свитер я одела его тоже на майку. Из альпаки. Сзади на таком вот, видите, с хвостиком таким. Кто любит такой стиль. Тоже такой довольно-таки интересный. Вязаный, тоненький джемпер. Девчата, я буду... Говорить вам тем пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии.